Стражников. Люди Рома в клетках, точно куры. На села саксов!
Люди Ролла свободны. Пора обсудить похищение. Твоя рука крепка, Ролла. Верь в меня, друг воронов! Не повторяй ошибку саксов! Я ищу капитана с быстрым и крепким кораблем, чтобы помочь леди Истрид добраться до земли франков. Снова похищение. Истрид упорно. Что ж, ладно. Где не преуспел один, справятся двое. Твое сердце не дрогнет, как бы ты ни относился к Истрид? Нам было хорошо вместе, но это в прошлом. И я вас не подведу. В ночь Ламоса жди на окраине Колчестера со своими воинами. Вспомнит ли Альфеда столь давнюю любовь? Вспомнил бы я. Крайний дом в Мелдоне. Альфеда должна жить здесь.
крылья, Сюня. Альфида живет не одна. Кого-то прервали во время готовки. Похитили. Пришлось бежать. Оставь меня, убийца! Вы схватили сестру! Этого мало? Тихо, мальчик. Я не с ними. Пришел поговорить с твоей сестрой. Дан в Эссексе? Думал, сегодня меня уже ничто не в силах удивить. Ты не знаешь, где Альфида теперь? Она вновь ждет приговора. Ее держат в Брентвуде, к западу отсюда. Я приведу ее в дом у озера к северу. Жди там, если хочешь. Если вернешь ее, я приду. Is for en show, Jan Asken on Platon. Ye von faith, the warrior don goda, then say the warrior liteth ye Asken sin.
нападут, как только увидят. Если меня узнают, будет плохо. Кажется, ключ от клетки. Вот и любовь Бирстона Альфеда. Они ее не сломили. Thank you.
Что? Меня не должны узнать. Накину капюшон. Принято. Фич тоже. Thank you.
заперто с той стороны. Нужно быть осторожнее. Точно не из них. Тише. Я спасу тебя. Не могу идти. Лодыжка. Они были грубы. Я тебя понесу. Ты отважился спасти меня? Кто ты? Я друг. Элурика? Смотри. Мне больно. Нежнее. Почти пришли, не бойся. Скоро придем. Как все болит. Слава Богу, ты в безопасности, сестра. Отдохни. Уже скоро ты встанешь на ноги. Альфида, ты ведь цела? Этим жалким молокососом меня не сломить. Избить ребенка за кусок хлеба. Я им такого не спущу. Мерзавцам плевать, что мы голодаем. Элурик, такова жизнь. Мир жесток к тем, у кого не хватает сил за себя постоять. Альфида, поговорим наедине? У него добрая душа, но без отца в семье он чересчур изнежился. Я здесь по просьбе Элдермана Бирстона. Его любовь к тебе не угасла. Любовь? Милый Бирстон, он не забыл. Верно. Порой и я о нем вспоминала. Но я заботилась о брате, и мечтать было некогда. Альфида, он думал лишь о тебе. Его жена возвращается на родину, и он просил найти тебя. Но что из этого выйдет? Я простая женщина и только. Он ведь Элдермен. Господь, помоги мне. Я дам ему шанс. Как можно отказать? Боже. Его нужно лишь позвать. Разожги костер, и он сразу прискачет сюда. Элурик, подойди и сядь. Мне нужно кое-что рассказать.
Мой нежный яблоневый цвет. Ты ли это? Да, я. Хоть морщинки и появились у глаз. Они блестят столь же ярко, как и прежде. Эйвор все тебе рассказал? Да, все. Ты согласна, любовь моя? Мое сердце замерло. Вы вместе? Что будете делать теперь? Но вместе ли? Альфеда, прошу, ответь мне сама. Прошло уже много лет, и время меня не пощадило. Я согласна, Бирстон. Видит Бог, Мелдони меня ничто не держит. А этот юноша Элурик, брат Альфеды. Приветствую, мой господин. Для тебя я Бирстон, и только. А ты вырос крепким. Сколько тебе? 19 лет. Бирстон, другой родни у меня нет. Хочешь, чтобы я осталась, прими его тоже. Бирстон, часть уговора выполнена. Вернусь, когда закончу со второй. Значит, мы покидаем Мелдон? Да, мальчик мой. Чтобы жить со мной в Колчестере. Может, я научу тебя охоте? А пока, Элурик, советую тебе подольше погулять у озера. Пусть наслаждаются друг другом. Пора заняться похищением в Колчестере. Милый Бирстон, не могу поверить, что ты не забыл обо мне. Кружит голову. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Эй, что? Быстро вместе! Сдохни!
вперед! Мы победим! Как твои люди, Ролла? Они готовы сделать то, что нам нужно? Предательство Герхельд стало для них ударом. Все знали о ее ревности, но такого не ожидал никто. Впрочем, забудь. Мы готовы. Что нам нужно делать? Ждите сигнала. Действуйте, когда я подойду к Эстрид. Я стану твоим топором. Скоро придет ночь. Тогда и нападем. Да ладно. Грабить их!
грабить и убивать! Кот! Надо! Хватайте их, женщин и Эль! Сегодня у нас будет пир! Ты пойдешь со мной! О, нет! Оставь меня, подлая тварь! Стража! О, горе мне! Пусти! Боги, так тебе не обмануть и ребенка! Руки прочь, зверь! Саксы, неужто вы не спасете меня? Думаю, уже можно не бежать, верно? О, какой день! Сердце так и бьется! Умри! Умри! Радуйся, что бьется. На твои вопли сбежалась половина Колчестерской стражи. Все должно быть по-настоящему. Отец говорил, я хорошо притворяюсь. Пыло тебе точно не занимать. Разве тебе было не весело? Признаю, мне понравилось похищать принцесс. Я отважно дала отпор похитителям. Но что теперь со мной станет? Не лишат ли меня? Вперед! Вперед! Я отважно дала отпор похитителям. Но что теперь со мной станет? Не лишат ли меня чести? Не волнуйся, ей ничто не грозит. Как же так, Эйва? Ты не страшишься воинов Альфреда, но мои намеки тебя пугают? Наконец-то! Теперь лишь пенящиеся воды пролива отделяют меня от дома. Вы справились, Ролла. Ты и твои люди.
Готовы отплывать? Шипящий сын Локи вспенивает воды пролива. Придется нам дождаться ясной погоды. Берегитесь. Люди Альфреда будут искать Эстрид. Пусть Бирстон и отзовет своих. Эйвор, сейчас не время тревожиться. Мы празднуем. Я принесу тебе меда. Бирстон ждет тебя к северо-востоку от Колчестера. Но ты заслужил больше, чем обещал мой муж. Я буду ждать тебя. Подальше от пирующих данов. Клянусь молотом Тор! Ищу Бирстона. Наверное, он на охоте. Вместе с твоим отцом. Да! Аббат достойный самого Локи. Мы смертные похитили их идол. Я очень горд. Мы помогли и Эстрид, и ее лорду. Может, теперь все будут счастливы? Я будто помолодел. Благодаря тебе. Ты поверила мне, ведь я и струсил. Это не повторится. Интересно, что меня ждет? Новая жизнь. Или, напротив, прежняя. Прежняя жизнь. Родина. Боже, все эти годы, как долгий сон наяву. Как ожидание, когда меня, наконец, разбудят. Скажи, ты о чем-то мечтала? Конечно. О том, что за проблесками счастья последует нечто большее. Настоящая радость и любовь. Ляг со мной, Эйвор, под звездами Англии. Пусть это станет моим последним воспоминанием о ней. Сегодня мы будем вместе. Но завтра начнется новая жизнь. Ты не пожалеешь? Тише. Молчи. Иди ко мне.
проверить, только с той стороны. Ágætt, hún var svo hissa.
какая чудесная девочка. Ты, конечно, ты скоро сделаешь папочку богатым. Умница, леди Троттерс, умница. Милая свинка. Свинка? Вот ты дурачина. Леди Троттерс моя гордость и краса. Побольше уважения. Оставить вас наедине? О, да. Но вовсе не по каким-то там низменным причинам. Твоя вонь сбивает с толку ее деликатный нос. А многим нравится. Так она ищет грибы? Я слыхал о таком. Грибы? Она чует клады. Неужто? В округе их полно, и леди Троттерс их находит. Вот, поймала след, пойдем покажу. Давай, солнышко. Найдешь что-нибудь ценное, получишь на утро. Солнышко, найдешь что-нибудь ценное, получишь на ужин сладких ягод. Фу, опять грязные чулки. Их разбрасывают бандиты, а леди идет на эту вонь. Все зря. Пойду посплю. Если леди убежит, иди за ней. Что найдет, поделим. И чулки эти забирай. Найди мне что-нибудь дорогое. Вот это сокровище! Леди Троттерс, ты лучшая из свиней! Да, леди Троттерс, беги будто от Фенрира! Не смог бы тягаться даже Гуленбурсти, золотой кабан Фрейра. Тебя тоже сделали гномы. Эх, мне бы пригодилась умница вроде тебя. Прекрасной спины ни щетинка не упадет. Не бойся их, леди. Упадет. Не бойся их, леди.
Не стоит привлекать внимание. Сюнин. Тебя ничего не волнует, да, Перси? Думаешь, только о еде. Я тебе завидую. Бирстон, Эстрид сказала, ты ждешь здесь. Милый Эйвор, лишь благодаря тебе я воссоединился с возлюбленной. Тены уже спрашивали, почему ты не ищешь Эстрид? Ха, да, конечно. Я сказал, что надежды нет. И бросился на постель, рыдая в голос. Как тут не поверить? Этого может не хватить. О, брось. Вокруг лишь шелест листвы. Все интриги Колчестера остались позади. На охоту! Madre Plathers, where you thong an earth, the legal way, Henny. We bring a good head out. На кого мы охотимся? На вепря. Удивительный зверь, не так ли? Свирепость, горящие глаза и острые клыки. Я знавал одну деву щита. Она билась верхом на вепре. Звала его Яроклык. Поразительно. Твои истории интересно слушать. Но нам вепри нужны не для езды, а для пира в честь Альфиды. Твоей полюбовнице? Бирстон, если обман раскроется, Альфред лишит тебя титула. Наш союз будет бесполезен. Не бойся, я буду осторожен. На пиру в моем доме будут лишь друзья и моя семья. Там мы и скрепим нашу дружбу. Ламос был совсем недавно. Меня никто не узнает? Нет, для всех ты просто Дан. Да и в той суматохе людям запомнились разве что крики Эстрид. Это твои земли, я положусь на тебя. Как Альфида? Она такая пылкая. Наша любовь горит жарким огнем, совсем как в юности. Да и Элрику я рад. Он мне скорее как сын, а не младший брат. Я столькому хотел бы его научить. Вот, здесь водятся лучшие вепри. Выйдет жаркое. Вперед! Нужно подготовиться к пиру. Нужно подготовиться к пиру. Опасные звери. Вкусные.
Вперед! Нужно подготовиться к пиру. Я высосу весь мозг из твоей... Рука устала. Мы молодцы, Эйвор. Славная охота, Бирстон. Думаю, на сегодня хватит. Даже мои тены не останутся голодными. А уж им всегда мало. Вцепились в меня, словно волки. Тебе они докучают, зато меня позабавили. Я сыт по горло распрями ярлов и проклятой политикой. Ты сделал нас по-настоящему счастливыми, Эйвор. Спасибо тебе от всего сердца. Бирстон, следуя велению сердца, искал и обрел любовь в печальных чертогах своей памяти. Красиво сказано, мой друг. Красиво сказано. Идем, Перси, псина-то горемычная. От тебя толку чуть. Зачем я только тебя держу? Интересно. Каким ты видишь Эссекс и свою семью? Многое в Альфиде для меня ново. Бирстон, ты обещал мне, что мы с тобой больше не расстанемся ни на миг, и уже хочешь улизнуть на охоту. Ха-ха-ха. Для пира, милая. Мы многим обязаны нашему другу. И я отплачу за ужином из свинины и эля. Сестра, ты забыла, где находишься? Элорик, я заслужила свое счастье. Или я должна нянчить тебя вечно, неблагодарный? Счастье, да. Но каждую ночь ты позоришь себя, отдаваясь этому кабану. Придержи язык. Мне тоже есть что сказать. И что же? То, что ты вернулась к человеку, который давно променял тебя на франкскую девку? Который приказал Дану похитить ее в ночь Ламоса? Не смей дерзить. Или то, что ты позволяешь ему спать с тобой, не надеясь на что-то большее? Об этом шепчется весь Эссекс. Он женат, жену его похитили, а ты, ты всего лишь... Лишь его! Всего лишь мать его сына, щенок! Сына? Альфеда! Прошу, малыш, я... Я не прощу тебя за это. Никогда. Мой лорд, добрые вести! Господь не спаслал свою милость. Люди Альфреда нашли Эстрид. Они уже скачут ей на помощь. Я не позволю им помешать нам. Поговорим, когда этот корабль отчалит. Я все исправлю, но однажды позову тебя, и ты придешь. Можешь не сомневаться, друг. Я так хотела рассказать тебе об этом. Тише, ангел мой. Не бойся. Он меня ненавидит. Что я наделала? Найдем его. Он не сбежит, милая. Сегодня многое было сказано. Но если он мой... наш сын... уверен, он вернется к нам. Если бы нами правила Эстрид, я пошел бы за ней куда угодно.
Эстри так близка к свободе. Надеюсь, еще не поздно. Ролла! Люди Альфреда нашли вас! Что? Не может быть! Лорк, охраняй Эстри ценой своей жизни. Если ее заберут, нам всем конец. Идем, леди. Я не позволю ему вести тебя. Берегись! Марк! Один, нет! Пустите ее, Даны! Если она была... Ты уже близко! Действительно! Корабль! Обходим! Эстрид, я обещал тебе свободу от оков Уэссекса. Земля франков ждет. Иди, и да хранит вас Эгер. Я буду скучать, Эйвор. Когда минет зима, лето подарит тебе цветочный наряд. Твоя краса никогда не угянет. Фрейя, дай мне столь сладкую речь. Идем. Береги ее, Ролла отважный. Если пристанешь к нашим берегам, буду рад увидеться снова. О, они спаслись. Берстон получил, что хотел. А Истрид плывет в земли франков. Пора вернуться к Рандве.
Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Здравствуй, Эйвор. В Эссексе мне пришлось заниматься делами сердечными. Союз заключен, но я привык решать вопросы в бою. Поняла. Спасибо, Эйвор. Посмотрим на карту союзов. Кайсон получил письмо из Винчестера от человека, зовущего себя бедным воином Христовым. Тайный союзник. Как интересно. У нас новые цели? Да. Что думаешь? Это западня? Винчестер – западно-саксонская крепость. И тебе там будут не рады. Но, думаю, бояться нечего. И все же, будь осторожен. Отправлюсь в Винчестер. В письме сказано, что в доме Бога меня будет ждать человек в белом. Мне нужно сказать ему: придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Думаю, это из их священной книги. Интересно. Удачи. Пришло новое послание.
Рад видеть тебя. У тебя есть... Ты иди. Помни. Что предлож... Доброго дня. Да. Хай, Тейлор. Эти новые видения тревожат меня.